В 55-й серии турецкого сериала «Ветреный», который выйдет на экраны Турции 17 января, мы увидим следующее событие. Когда Азизель пыталась вымолить прощение у Рейн, то не смогла получить от нее ответа. Рейн сказала лишь о том, что она не имеет права ее об этом спрашивать. Азизель выкинула ее на городскую площадь, и это невозможно забыть. Азизе вышла на улицу и говорила, что все вышли из своих домов. Больше не будет никаких должников и долгов, ни у кого не останется. Когда люди покинули дома и отправились вслед за Азизе, то она привела их на площадь. Ведь именно в этот центр площади она бросила Рейн. В тот день на ней было надето свадебное платье, но Азизе тогда была, по отношению к Рейн, несправедлива и совсем ее не пожалела. Сейчас Азизе сильно сожалеет о том поступке и понимает, как сильно она ошибалась по отношению к Рейн. Миран сказал своей бабушке, что он очень ее любит, но она совершила много плохих поступков, за которые слишком сложно простить. Даже сейчас Азизе не сможет вернуть Мирану то, что забрала у него. Азиза говорит Мирану, что этот мир для них двоих слишком мал. Затем она достала пистолет и приставила к своей голове. Рейн никак не могла ожидать такого поступка от Азизы, и она бросилась к ней, чтобы остановить ее. Когда она попыталась отобрать пистолет у Азизы, то произошел выстрел. А мы напоминаем, что 55-я серия турецкого сериала «Ветреный» выйдет на экраны Турции 17 января. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.